Здравствуйте! Сегодня вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шляпку крючком. Узор очень легкий, его осилит даже начинающая вязальщица. Значит, как вы видите, вот здесь между телом и полями вот такое типа украшение. По краю тоже вот у меня строчка дана для жесткости. Поля держатся самостоятельно, без ригелина. Вот. Ригелина нет здесь. Вот у меня есть ригелин. Значит, он бывает какой-то для информации. Вот здесь 4 жилы. 1, 2, 3, 4. Вот такой он. И вот отсюда, неважно, черный или белый, это оплетка, она снимается. Главное жилы вытащить, одну или две. Ну, не буду сравнивать с самой толстой леской по качеству. Ну, ригелин, конечно, вещь хорошая. Но здесь его нету, ригелина нету. Вот. Вяжется легко. Вся шапка в отверстиях дышит. Поля тоже в отверстиях. Я очень даже довольна. Пряжа называется косичка. Вот у меня немного осталось. Вот такого цвета. Есть, значит, у меня вот такой цвет. И бывает однотонные. Пряжа это семеновская, фантазийная. Значит, в 100 граммах 313 метров, вискоза и полиэстер. И называется она косичка. То есть эта пряжа уже связана, но она не тянется, хоть и связана. Если у кого есть такая пряжа, можно со спокойной совестью вязать шляпу. У меня долго эта пряжа лежала, не знала, куда ее применить. Вот, можно вязать шляпы. Делаем скользящую петлю. Вывязываем одну воздушную и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединяем. Дальше вяжем в эту же петлю и в следующую полустолбик. 1. Теперь в эту петлю вяжем полустолбик с накидом. 2. В эту петлю полустолбик. 3. Сюда с накидом. 4. В предыдущую петлю и в следующую. 5. Сюда добавление делаем. Столбик. Полустолбик с накидом. 6. В эти две петли. 7.
И добавляем сюда один. 8. В предыдущую, в следующую. 9. А сюда добавляем с накидом. 10. В эту 11, сюда добавляем 12, в эту 13, и сюда добавляем 14. То есть вместо 7 столбиков у нас получилось 14. Так, теперь ставим маркер. И вяжем в предыдущую петлю. И в следующую столбик, полустолбик, 1, 2, а сюда добавляем 3. В предыдущую, в следующую, 1. Предыдущую, следующую, 2, сюда добавляем 3, в 2 петли 1, в эти 2 петли 2, а сюда добавим с накидом полустолбик 3, опять 1, 2, и добавляем 3. Опять в предыдущую, в следующую 1. Две петли, 2, сюда добавляем 3, так, в эти две петли 1, в эти две 2, и 1 добавляем 3. Один. В эти две. 2. И 1 добавляем. 3. Маркер переносим. Теперь вяжем опять в предыдущую петлю 1 и в следующую. В предыдущую, в следующую 2. В эти две петли 3. И сюда добавляем 4. Опять 1, 2,
три, сюда добавляем четыре. И так вы с каждым кругом увеличиваете, увеличиваете и вяжете донышко. Вот таким образом. Значит, как вязать донышко и рассчитывать, я уже неоднократно показывала вот по этой таблице. У меня будет радиус 6 сантиметров. Вот я должна, значит, сверху 6 сантиметров провязать. Вы высчитываете, какой у вас будет радиус. Вот по этой таблице можете. Можете ею воспользоваться. Можете вот сделать скриншот этой таблицы. Или в интернете ее найти. Она есть в свободном доступе. Как вы поняли, вяжем вот по такой же схеме, добавляем только здесь 6 секторов, а у меня 7. Вот. Чтобы донышко получилось вот таким. Вот видите, с 7 столбиков без накида мы начали. И дальше в каждом ряду увеличивается на 7. Вот ряды, а это количество. И так вяжем. Кому нужна такая схема, вот можете воспользоваться. Как я уже сказала, она есть в свободном доступе в интернете. Это номер по порядку ряда. Количество столбиков без накида. Номер ряда. Количество столбиков без накида. И вот такие донышки получаются. Кому какой понравится. На что хочу обратить ваше внимание. Смотрите, мы когда постоянно в одном и том же месте делаем прибавление, у нас получаются углы. А чтобы было донышко совсем круглое, надо прибавки переносить в середину периодически. Так, у меня было 5, сейчас у меня будет 6. Как мы сделаем? Вяжу 1, 2, 3. И сюда делаю прибавку. И дальше вяжу 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка 6. И видите, у нас угол уже сглаживается, его практически нет. И вот так периодически меняете. Как увидите, угол появляется, значит, в другое место переносите прибавку. И так вяжем, вяжем по кругу, сколько кому нужно. Вот связала я вверх, значит, у меня последний ряд. Теперь дальше. Я измеряю вот от центра
радиус. Вот у меня 6 сантиметров. Вяжу на манекен. Окружность головы 38 сантиметров. Я уже неоднократно рассказывала, как высчитывать радиус шапки. Значит, вот есть таблица, но я диаметр отсюда не беру. Иногда он совпадает, иногда нет. Значит, вот окружность у меня 38 сантиметров. И диаметр дают 12,1. И здесь совпадение практически есть, потому что окружность маленькая, размер маленький. Но когда окружность большая, вы на диаметр на этот не смотрите, на эту колонку. Иначе у вас шапка, головной убор будет большим. Обязательно нужно убавлять на плотность облегания. Я уже показывала, как высчитывают. Значит, берем окружность головы по формуле c равно 2πr. И высчитываем радиус окружность. Делим на 2π. Значит, у меня окружность 38 сантиметров. Мне надо отнять на плотность облегания обязательно. Вот, минус 3 сантиметра. Получается 35. И подставляем сюда. Берем эти 35, окружность, и делим на 2, умноженное на 3,14. 35, я уже вам, как в школе, пошагово все запишу, на 6,28. Получаем 5,58. 6 сантиметров радиус. Вы обязательно делайте расчет именно под себя. Обязательно делайте убавление на плотность облегания. Теперь берем эту таблицу и смотрим. Значит, глубина шапочки 12-14 сантиметров. 12 сантиметров – это от макушки до середины лба. А 14 сантиметров – это от макушки до бровей. Значит, что мы делаем? Как нам высчитать, сколько нам нужно вязать? Значит, я буду по длине, по глубине шапочки вязать 13 сантиметров. Так, вот сюда. 13 возьму. И отнимаю радиус. Минус 6 сантиметров. Получаю 7 сантиметров. То есть 7 сантиметров мне вязать по прямой. Так, сейчас вот. Вот здесь у нас радиус 6 сантиметров. А дальше вяжем по прямой. 7 сантиметров. И тогда у меня получится не до бровей,
А вот где-то вот на этом месте. Вот таким образом. Значит, мне теперь вязать 7 сантиметров по прямой без прибавления. Ну вот, теперь я отметила, где я иду по прямой. И вяжу без прибавления. То есть я уже здесь не добавляю. Вот здесь мы закончили. И опять сюда же вводим крючок. Здесь закончили. И сюда же вводим. И так по кругу вяжем, и у нас получится ровное полотно. Ну вот, связала я практически столько, сколько мне нужно. Но видите, поскольку мы вязали это узор, лицевая сторона, лицевая гладь, край в любом случае будет закручиваться. Нам нужно его выровнять. И вот вы, не довязав там ряда два, что делаете? Поворачиваетесь и вяжете в обратном направлении. То есть тем же самым узором, только по изнаночной стороне. И так вяжете по кругу. Вот я провязала один ряд, и видите, уже край выровнялся, уже он не загибается. Но я провяжу еще один ряд. Вот у меня последний полустолбик. В петлю заходим, протягиваем. И теперь под эту петлю мы не сможем попасть, потому что у нас тут уже есть петля соединительная. Вот, давайте под какую-то другую петлю попадем. Вот сюда. И опять под эту. И теперь в следующую петлю. И опять по изнаночной стороне, это у нас внешняя сторона, это внутренняя. Еще один раз можно будет провязать круговой ряд. И так вяжем по кругу. Довязываю ряд до конца. Соединяю. Поворачиваюсь. И опять. Вот теперь под первую петлю мы попали, под следующую. И так вяжем. Значит, вот эту часть
вот эту часть, она, видите, выделяется. Можно провязать другим цветом, если у кого есть другой цвет. У кого нету, можно так оставить. Теперь нам нужно узнать, сколько нужно прибавлять на поля. Давайте примерно я вам схему нарисую. Вот так. Значит, закончила я донышко на 70 полустолбиках. Вот у меня 70 жемчужин, типа таких вот. 70. Значит, здесь внизу мы вязали по прямой, у меня тоже 70. Как оно звучало? У меня 7 клиньев. Значит, по 10. Полустолбиков в каждом клину. А их у меня 7. Вот они, 70. Как это провязывалось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сюда, к девятому, я прибавляла еще один. 10. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, теперь я должна вязать на увеличение. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И сюда прибавить один. Получается 11. Следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 1 прибавить сюда на увеличение. Получается 12. Это у нас будет в каждом клине. И так мы увеличиваем. Опять же, смотрите. Если вы будете прибавлять в одном и том же месте, у вас вот здесь углы появятся, углами будет вот эти клинья. Поэтому вот эти добавки, прибавки, меняйте местами. Здесь. Здесь. Потом опять провяжете, опять на этом месте, где вы раньше прибавляли. Потом ряда 2 провяжете, 1, 2, опять прибавляете посередине. И тогда у вас поля будут круглые, как положено. Довязала я по изнанке последний полустолбик. И мне надо перейти на лицевую сторону. Значит, я вот здесь соединю сейчас. Теперь поворачиваю на лицо. Вот под какую-нибудь одну петлю еще раз. И под эту же петлю. Один. Два, три, четыре, пять, и сюда же еще один, шесть. Что?
чтобы край не закручивался, видите, я его начала уже обвязывать вот так, как я вязала с обратной стороны, захожу и провязываю. То же самое, как и вязали мы этот узор, только с обратной стороны. Так, довязываем до конца ряда. Вот у меня ряд заканчивается. Провязываю последний раз. И один ряд вяжу точно так же, как мы вязали до этого. То есть захожу с лицевой стороны. Вот таким образом. Сейчас я провяжу немного и покажу вам. И вот такая обвязка получается, видите? Кстати, что хочу заметить. Вы смотрите, что петли нужно добавлять. Также по тому расчету, что и добавляли ранее. И дальше опять вяжем. И так по кругу. Ну и вот такая шляпка у меня получилась. Поля держатся самостоятельно, без ригелина. Вот. Получилась вот такая отделка. По краю тоже отделка. Можно сюда ленту вставить или бархотку сюда. Ну, у кого на что хватит фантазии. Вот видите, поля можно по-любому сделать, любой формы. Хотя здесь ригелина нет. Прекрасно держит форму. Так что эта пряжа очень даже хорошее. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.